Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала, а также парфманьяки и любители парфюмерии. Вы на канале Fragrance Mania, и сегодня я хочу сделать обзор аромата от арабского бренда Latafa, который называется Сэр Аль-Малик. В переводе с арабского Сэр Аль-Малик означает секрет короля. Этот аромат парный, у него также есть женский аромат, который называется Сэр Аль-Малика, и как вы уже поняли, он переводится как секрет королевы. Прежде чем я начну свой обзор, у меня такое маленькое объявление. В последнее время я вижу, что есть проблема с YouTube. Люди оставляют комментарии, я их вижу в своем кабинете, но когда я нажимаю на кнопку «Прочитать», они просто недоступны. Я не говорю про те комментарии, которые написаны со скверными словами, я не говорю про всякие ссылки, я не говорю про всякие троллинги. Я говорю про комментарии подписчиков, нормальных людей, которые оставляют комментарии, но почему-то, когда я хочу прочитать их, то они просто недоступны. Если вам важно, чтобы я прочитал этот комментарий, а также ваши комментарии прочитали другие люди, то у меня просьба, вы после того, как написали комментарий, проверьте, что он присутствует, и его можно прочитать. И тогда я уже буду читать их и по возможности отвечать. Я вообще-то стараюсь отвечать на все комментарии, реагировать на любые комментарии, поэтому мне это нравится, и продолжайте в том же духе. Как вы все знаете, в своих обзорах я люблю вначале заходить на сайт Fragrantica, чтобы показать вам ноты, заявленные производителем. В этот раз я этого не сделаю, потому как этот парфюм не находится на сайте Fragrantica. Я заходил на официальный сайт Latafa, там есть этот аромат, но не написаны его ноты. И я ходил по разным сайтам, искал его состав, искал его ноты, но от сайта к сайту написаны разные ноты, поэтому я не знаю, что правда, что ложь. Поэтому я буду рассказывать о том, как я чувствую этот аромат, какие ноты я в нем чувствую. И сейчас я вам все подробно расскажу. Начну с упаковки и флакона. Вот так вот выглядит упаковка этого парфюма. Спереди написано «Сэр Аль-Малик», «Латафа». Здесь 3D-голограмма, которая говорит, что парфюм оригинальный. Сзади мы видим ингредиенты, бэч-код, написано «Made in UAE». Снизу мы видим дату изготовления, а также дату окончания срока годности. И все. Теперь я вам покажу, как открывается эта коробка. Они сделали очень интересно. Она вот так вот снизу выдвигается. И она здесь вот такой вот выступ, чтобы нижняя часть не проваливалась. Очень интересно сделано. Вот такая вот коробка, и флакон в ней сидит. Вот так вот. Вот так выглядит сам флакон. Очень презентабельно. Написано тоже «Сэр Аль-Малик», здесь на арабском, и логотип Latafa. Снизу мы видим наклеечку, и здесь мы видим тоже логотип Latafa. Вообще меня всегда удивляет презентация флаконов и самих коробок. Оно выглядит все очень, знаете, так добротно, очень классно. И при том, что этот аромат стоит где-то около $30, это действительно смешно, что они делают такую презентацию и флакона, и коробки, и за такие смешные деньги. Потому что если бы это был какой-нибудь люксовый аромат в такой упаковке и флаконе, то я думаю, что он бы стоил немалых денег. Ну давайте сейчас я нанесу аромат на руку и расскажу вам о своих ощущениях. Старт у аромата довольно-таки интересный. И лично я в старте хорошо ощущаю пряные ноты. Скорее всего, это шафран или что-то вроде такого, может быть, это перец, которые дают именно вот такую вот пряную ноту в старте. Помимо этого, я еще чувствую немного как цитруса. Но это цитрусы не на переднем плане, как это обычно бывает в цитрусовых ароматах. Он, скорее всего, как сопровождение какого-то цветка. Может быть, это какой-то цветок или лаванда, может быть, это роза, или это какой-нибудь другой цветок. Но чувствуется, что присутствуют в этом аромате и ноты цветов тоже.
После того, как выветриваются верхние ноты, аромат становится линейный, и лично я начинаю ощущать что-то вроде дерева. Но это что-то среднее между удом и обычными какими-то деревянными нотами. То есть, возможно, это кедр, но возможно, что это и смесь уда с кедром. То есть, я не знаю, но вот такие вот ноты немного удовые присутствуют в этом аромате. И, в принципе, вот так вот линейно аромат уже звучит до самого конца. Сам по себе аромат не сладкий. Если ему дать оценку сладости, то я бы ему дал где-то 5,5. Сам по себе аромат, он не очень пряный, потому как пряность чувствуется только в самом начале, потом она уходит относительно далеко, и ее можно только чувствовать где-то на задних задворках звучания этого аромата. Поэтому по пряности, если говорить, то в начале он чувствуется где-то на 8, ну а потом он уходит где-то, скажем, на 4. Я уже начал говорить в цифрах, чтобы вам дать представление, как плюс-минус звучит этот аромат и как я его ощущаю. И, в принципе, вот так вот он звучит. Если говорить про его стойкость и шлейф, то на моей коже этот аромат держится где-то около 4 часов. Потом он уже звучит очень близко к коже в базовых нотах, таких, как я уже сказал, деревяшистых. Если говорить про его шлейф, то я лично ощущаю шлейф где-то в первый час, может быть полтора, а потом я уже в принципе его не чувствую. Вполне возможно, что кто-то на мне еще будет чувствовать этот шлейф, но не я. Если говорить, на какое время года подойдет этот аромат, то мне кажется, что этот аромат универсальный, он подойдет и на холодное время года, он также подойдет на теплое время года, он не будет душить. Этот аромат, в принципе, понятный, несмотря на то, что он звучит как восточный аромат, но он своим звучанием не вызывает чисто такое, знаете, чувство, что это вот арабский аромат и все. Он все-таки больше в европейскую сторону. И если говорить, на какое время суток подойдет этот аромат, то я его тоже, в принципе, вижу как универсальный. Он может подойти как в офис, он может подойти на прогулку. Также его можно одеть и вечером на какую-нибудь культурную программу. Он звучит, в принципе, довольно-таки нарядно. Поэтому этот аромат универсальный во всех отношениях. Если говорить про его цену, то цена, как я уже упоминал раньше, до 30 долларов, где-то 27-28 долларов. Это вот такая вот цена этого аромата. И если дать оценку по 10-бальной шкале, как я это обычно делаю, то по упаковке и флакону я ему дам 10+, потому что за такую цену и флакон, и упаковка выполнены просто шикарно. Если говорить про оригинальность самого аромата, то я ему дам тоже 10. Звучит он очень интересно. Не как типичный араб, он все-таки с европейским уклоном. И если говорить про его стойкость, я ему поставлю 9, потому как 4 часа маловато все-таки в звучании и 1,5 часа шлейфа. И если говорить про его цену, то тут однозначно 10. Цена великолепная и стоит своих денег. Вот вы выслушали мое мнение по поводу этого аромата. Надеюсь, что вам понравилось. И как всегда, можете оставить свои комментарии под видео. А я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч. Пока!